Слушайте нас чуть-чуть погромче в прямом эфире новостя. Перед микрофоном Макар Морковкин. И Степан Сундуков, здрасте. Никому не зачонимся, передаем последние новостя. Российские новостя. 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев дал ежегодное интервью 5 российским телеканалам. Ежели не в экономике, так хоть в интервью стабильность. Глава правительства заявил, что, по его мнению, антикризисный план правительства сработал. Падение экономики установлено, а в следующем году начнется рост. Одно настораживает. У нашей статистики рост может быть со знаком минус. Премьер-министр рассказал о существовании плана «Б» и плана «С» для российской экономики. Мне кажется, есть даже планы на букву Е, Х, ну и ПП. Дмитрий Медведев отметил, что интересы россиян не страдают от заморозки накопительной части пенсии. Конечно, россияне изначально на ее не рассчитывали. Сразу же было понятно, что это какая-то мулька. Глава правительства уверен, что от запрета турецкого импорта инфляция в России может вырасти на 0,5%. И почему наше правительство работает на турков? С чего ты взял? Ну, от того, что в Турции останется больше товаров, цены на них снизятся. Премьер-министр признал, что при запуске системы «Платон» были допущены ошибки, но все они уже исправлены. А вот и неправда. Самая главная ошибка – сама система «Платон» не отменена же. По мнению Медведева, сама же идея взимания платы с дальнобойщиков правильная. Да с каких дальнобойщиков? Эти же выплаты включат в цену товара, и опять за все будет рядовой гражданин платить. О, а дальнобойщикам-то про эту схему забыли сказать? Так бы и не выставал бы никто. Премьер рассказал, что в правительстве есть разделение на хороших и плохих парней. Так вот в чем проблема. Надо-то, чтобы было разделение на умных и на очень умных. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажем.